Здравствуйте, с вами Мобиас. И сегодня я хотел бы наконец-таки рассказать, как получить начальный пресс-аккаунт. Для начала, что вам нужно? Вам нужно, чтобы у вас был YouTube-канал хотя бы с 300-400 подписчиков. И просмотров, чтобы было, ну, не 5-10, чтобы, в общем, было там 1000 хотя бы 10 плюс просмотров. То есть, ну, вы идете со своим YouTube-каналом и подаете заявку на Wargaming VSP. Вот просто в группу пишете, они вам кидают ссылку на партнерку, вы пишите, что у вас контент World of Tanks, если у вас таковой, конечно же. У вас должно быть большинство видео по World of Tanks или, в общем, проектам Wargaming, кораблям и самолетам, в общем. Вот, вы пишете, вам все отвечают, да? Потом вы ищете, точнее, спрашиваете у них, не знаю, здесь написано, нет, у них в группе, наверное, все же не написано. Вы пишете на почту, вы пишете на их почту, вот, сейчас покажу, вот, youtubepartnerwargaming.net. Вы пишете. Только если вы хотите получить пресс-аккаунт, у вас должен быть основной аккаунт, и на нем должно быть не менее 5000 боев. Это обязательное условие, без этого никак. Вот вы пишете. Так, вот как я написал для начала. Я пишу, прошу выдать мне пресс-аккаунт. Я партнер Wargaming VSP. Вы должны быть подключены к Wargaming VSP. У вас должно быть вот в статусе функции в разделе канал, должно быть написано сеть Wargaming VSP. Должно быть написано, когда подключено. Здесь вы можете отключить, и вы не должны нарушать никакие принципы сообщества и авторские права. Вот когда вы уже подключены к Wargaming VSP, и на вашем канале набирается уже большинство видео по World of Tanks, вот как у меня, я некоторые скрыл видосы, точнее почти все свои видео я скрыл, потому что мне за них стыдно, за многие. Вот, у меня 22 тысячи просмотров танковых, ну в основном танковых, и 600 подписчиков, в принципе этого достаточно, не нужно быть подключенным, как я уже сказал ранее. Вот, вы пишете вот на этот адрес YouTube Partner Wargaming.net. Вот, вы пишете вот на этот вот самый адрес YouTube Partner Wargaming.net. Еще раз повторяю. Это очень важно. На эту. И писать нужно с почты не танковой, а с почты вашего YouTube аккаунта, чтобы они проверили, все ли у вас реально есть партнерка. Вы пишете с почты YouTube своей, которая у вас YouTube привязан, там, Gmail-ской почте. И пишите, прошу выдать мне пресс-аккаунт. Лично я так написал, чтобы, ну, официально все было. Я партнер Wargaming VSP, и для съемки видео мне необходим пресс-аккаунт. Ну, так как у меня... вообще подразумевается так, как у меня не хватает техники для обзоров, но у меня техники много, но, в общем, для обзоров я взял пресс-аккаунт. Пишите ник своего основного аккаунта, у меня в данном случае медвежонок, потому что, если что, если вы будете материться в чате, если вы там вообще по своим будете стрелять, бан будут давать вечно на ваш аккаунт, то есть думайте, какой риск, то есть если вы неадекват какой-нибудь и снимаете какое-нибудь говно, то не стоит этого делать, потому что вам прилетит бан на основной аккаунт, перманентный. Пишите ссылку на свой YouTube канал, указывайте. Я вот указал свой YouTube канал. И пишите, ну, вообще нужно писать причину, для чего вам нужен пресс-аккаунт, но я не написал. Не знаю, почему мне выдали. Пишу, прошу выдать мне для видео пресс-аккаунт. Ну, видимо, они поняли, что у меня, может, техники мало или еще что-то. Ну, в общем, это не главное. Так, они мне отвечают. Вот, прошло, наверное, сколько, я не знаю, как здесь посмотреть. Я писал, короче, какая разница, когда прошло? Ну, где-то через 2 недели, там, долго, да, первый раз отвечают. Забыл сказать, вам сразу нужно указывать ссылку на свой аккаунт с сайта World of Tanks, на свой никнейм, вот мой медвежонок, вот я свою ссылку указал. Это обязательно, иначе вам через 2 недели ответят вот так вот. Добрый день, предоставьте, пожалуйста, ссылку на ваш аккаунт на сайте проекта, спасибо. Вот, и я лоханулся тогда, отправил им, вот я отправил им свою ссылку. Они мне отвечали где-то 2 дня, я, ну я подумал, типа, что за херня. И написал еще раз, написал, вот мой аккаунт на сайте World of Tanks. Они мне написали статус аккаунта, и аккаунт будет выдан вам, спустя где-то неделю написали, будет выдан вам в течение 10 рабочих дней. Ну, выдали примерно так, да, 10 дней. Ну, короче, в общем, месяц потребовался, на что получить пресс. Ну, около месяца, может, недели 3 где-то, да. Вот, я ждал, ждал, и в итоге вот мне приходит письмо. Добрый день, в данный момент вам предлагается начальный пресс-аккаунт. Вот начальный, который я показывал в видео. На данном аккаунте отсутствует техника, да, там только первые уровни все. Но есть золото, которого я напомню... 200 тысяч, серебра 100 миллионов и разочарование, свободного опыта всего лишь 1 000 000 для самостоятельной прокачки. Ну, этого хватит на 0,1. При отсутствии активности, то есть вам нужно постоянно записывать видосы по пресс-аккаунту, в создании видео, постоянно нужно, ну, раз, наверное, в 4-5 дней. Вам нужно писать видео раз в 5-4 дня хотя бы. Потому что если будет больше недели, у вас пресс-аккаунт уже заберут. Или, если вы не будете записывать видео, то выдача следующего пресс-аккаунта будет заморожена аж на 3 месяца. То есть через 3 месяца вам не смогут выдать пресс-аккаунт. Запретят.
С момента срока окончания последнего аккаунта. Ну вот, когда закончился ваш последний аккаунт, 3 месяца, если вы не снимали видео. Все пресс-аккаунты привязываются к каждому пользователю персонально. То есть к вашему никнейму, к моему медвежонок, привязываются. То есть, если что будет с пресс-аккаунтом, то же самое будет с моим основным аккаунтом. За нарушение нижестоящих правил ответственность несет основной аккаунт, вплоть до перманентной блокировки. Запрещено, и тут написано, что запрещено. Нельзя нарушать действующее пользовательское соглашение, но это читать очень много, я сейчас точно этого не буду. Аккаунт другим людям, но они это не вычислят, поэтому, в принципе, это, ну, не особо такой пункт важный. Переименовывать аккаунт, но это, думаю, понятно должно быть. Никнейм они сами вам дают, вы не выбираете ничего. Намеренно уничтожать, повреждать союзную технику. Ну, тут тоже все понятно, это нужно быть дауном, чтобы намеренно стали по союзникам на пресс-аккаунте. Создавать кланы, что просто... Ну, очевидно. И участвовать в турнирах. Вот это, кстати, я не знаю почему. Ну, видимо, из-за того, что техника, типа, это... Ну, в общем, ладно. Вступать в споры и обсуждения в игровых и боевых чатах, форумах. Ну, из личного опыта на форумах я не переписывался, но вот в чате боевом нельзя материться, это точно. Вот это следующий пункт. Оскорблять или материться в чате, да? Сразу к нему перейду. А вот вступать в споры, ну, то есть, писать в чате можно, не волнуйтесь, вам за это ничего не будет. Но нужно так, чтобы никого не оскорбляя. Пожалуйста, подтвердите согласие с данным правилом, после чего вам будет выдан начальный пресс-аккаунт. Ну, тут, да. И я написал, вот у меня письмо это пришло, я сразу написал, с правилами ознакомлен и полностью согласен. И где-то получается, а вот, вот, один, через один день мне сразу же прислали, вот ваш пресс-аккаунт, так, тут я, наверное, закрою, ну, в общем, вот мой логин и вот мой пароль. Аккаунт привязан к нику Медвежонок, то есть, если что, будет бан на вот этот вот никнейм. Срок действия аккаунта 45 дней. Спасибо, то есть 45 дней, а потом нужно подавать заявку на новый. Об этом я расскажу далее. Вот. Я спрашиваю, а когда срок действия пресс-аккаунта закончится, что делать? Когда я смогу получить новый? Это вот когда они мне написали, что срок действия аккаунта 45 дней. Они мне отвечают спустя, ну, в этот же день. После окончания срока действия пресс-аккаунта вам нужно предоставить ролики, то есть вам нужно все ролики, которые сняли с пресс-аккаунтом, вот, и создать новую заявку на получение. То есть опять пишите то же самое, как в первое ваше сообщение, и прикладывайте туда все ваши видосы, вот, которые вы сделали. Ну, а в следующем видео я уже расскажу, как получить аккаунт другого уровня, не начального. И что для этого нужно? Сразу говорю, это будет очень сложно. Это я расскажу в следующем видео. Обязательно вступайте в группу Wargaming VSP. Это не реклама, просто это реально полезно. Вы можете у них в любой момент задать что-нибудь или пишите сразу Евгений Шараповой. Вот, кстати, их адрес вот здесь написан. Вот нашел. Вот YouTube Partner Wargaming.net. Вот он сразу ВКонтактике написан. То есть вот сюда пишите. Ну или в группу спрашивайте. То есть у вас три аж есть адреса. Ну что ж, спасибо за просмотр, если это видео вам было полезно, оно было вам полезно, если вы ютубер с 500 подписчиков, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем удачи в сражениях и до свидания.